Всем привет, дорогие друзья! Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, это очень важно. Кто еще не подписался, обязательно подписываемся и будьте счастье, касатик. Ну и о матче. Ну нельзя там говорить, что там вот Вася инвалид, там черная метка, там предрекал. Я же не Димитрович, не делаю там прогнозы, не продаю за деньги. Ну конечно был уверен, что проиграю. Ну думал 0-3, 0-1, какая разница, проиграли же все равно. Так что последние почти все результаты угадываю, предсказываю, вот еще. Помните, опрос я проводил в Твиттере, когда Федун уволит Руи Витори, а там писал к 10-12 туру большинство будет. Ну так оно, наверное, очевидно и будет. Конечно, его после этого матча уволят. Тем более Федун там говорил, что на встрече с болельщиками, с Легией, там, ЦСКА будет 6 очков. Ну бред сумасшедший этот. Потлатый кукол в бейсболке, еблан братец два состава, накатошная шизофреничка. Вот это вот троица это вот этих лицехватов из фильма Ридли Скотта, чужие вот эти вот, которые там живут внутри, сожрали нас клуб. Конечно, это прежде главное, рыба гниет с головы, это, конечно, их не вина, что там этого привели Руи Витори, бразильско-португальский футбол, который может играть только у Ахметова в Шахтере, там, и, видите, пытается Спартак все время, там, стенки, забегания, пас, они все прерываются, которую игру подряд, а ударов нет из штрафной, потому что под эту игру нужны заточенные, хорошие бразильско-португальские футболисты техничные, а не наши тупые обмутки. Ну, естественно, в который раз скажу и повторюсь, что вот у меня есть самые светлые дни в жизни, там, свадьба, там, с первой женой, с второй, там, рождение детей, там, внуков, ну вот, третий будет самый светлый день в жизни, когда потлатый кукол в бейсболке, вся эта Саграда Фамилия, Федунариум, Дом 3, съебнет из нашего клуба, я буду просто отмечать. И вот ты, потлатый кукол в бейсболке, уебок, блядь, чтоб ты старше не стал, вместе со всей твоей Саграда Фамилией, для меня будет охуительный праздник просто, блядь. Ну так и не все, конечно, виноваты. Руи Витори, игроки, а то, что там играли хорошо, моменты, икжи, команда бьет. Это все можно затусовать в очко, блядь. Это все разговоры в пользу бедных, блядь. Как сказал Николай Петрович Старостин, самое красивое в футболе счет на табло. Счет в пользу, вот, блядь, Олигофрен, блядь, Заболотный забил. Помните 17-й год, когда с Тосно сыграли 2-2, на последнюю минуту он сравнял, блядь. Потлатый кукол в бейсболке рассказал. Это последний гол за болото, он случайно, он такие больше не забьет. Вот сейчас забьет, Куфрие, блядь, обмутки, блядь, это петушня, нахуй, со спартаковских, так называемых, говноресурсов. Куфрие цепкий, хороший, надо посмотреть. Хуй смотреть, ёб твою мать, блядь. Вторая игра, второй гол, нахуй, блядь. Отпасовывает, нахуй, этому подставляет ногу, и Максименко, как всегда, пускает в ближний угол. Он, Максименко стабильно с ЦСКА пускает голы из Зенита, он постоянно, блядь. Потому что средненький вратарь, нахуй, никакой, блядь, вот. Пустил гол такой, а наши моменты Понсу, блядь, не забивает. Понсу уже притерся на 46-й минуте. Он после Олимпиады был так, еще не в томусе, а сейчас уже в этом в говно томусе. Он, блядь, не попадает в ворота, блядь, там с 6 метров. Квинси, блядь, на 89-й минуте с 6 метров тоже не попадает. На 94-й Квинси бьет там в угол. Ну, Акинфеев потащил, Акинфеев нормальный вратарь. Это же не Максименко, нахуй. Вот там ЦСКА были, там Чалов раз пробил в этого. Вальтон. Ну вот они забили свой гол, потому что у нас, блядь, Куфрие, блядь, которого купила накаточная шизофреничка, сука, чтоб ты старше не стала, нахуй, блядь, комоцы, маникюр, педикюр, они привели этого Куфрие, блядь, продали крала там вот этого, блядь, потом он джейки меняет, вот этот Руи Витори, пластилиновый португальский пиджак, блядь, его этот шестой интернационал беззубых цыган и пидорковатый аналитик, они уже поплыли, нахуй, все это видно уже в том, какую он игру, он сам по себе, игроки сами по себе. Пасы все, эти стенки, забегания, проходы в штрафную, все в недодачу. Они уже издалека бьют. Ну там Акинфеев стоит, блядь, не Максименко, который пропустил за в том сезоне 9 голов издалека. И в этом сезоне 10-й там от Самошникова и 11-й от Глушакова. Все Максименко пропускает. Плюс в том году мы 22 очка набрались. Тедеско вам плохой был, да, плохая оборона. 22 очка мы отыграли с 9 матчах. А сейчас, понятно, пропустили гол, до свидания. Так дальше будет так и этим Уфе засадят там, а Зениту штук 5-6-7 получат в Питере. Все так и будет дальше. А сейчас, ну, поставить он Бушмарова, там как Гунько, ну пусть как Гунько будет, какая разница. А где хер в этом сезоне, там, 12 место, какая разница, 10, 11, 12, там, бред сумасшедший, Руи Витори, там, сейчас воспрянет Лига Чемпионов, там от хуй уши могут воспрять только, ёпта, воспрянет, блядь, мой член старый может воспрять, блядь, 80 лет, блядь. Такой бред говорит, блядь. Вот так, такая вся эта петушиная команда, все вот эти вот игроки наши конченые, тренерский штаб, руководство, вот эти все обмутки, блядь. Ну вот, все. В общем, ничего нового не скажу. Ну да, ну не 0-3, 0-1, там, кони могли второй забить, там, 0-2. Какая разница, господи, ну, все вот так оно по накатанной будет идти. Пока вот этот вот уебок, блядь, миллиардер будет. Сука, желаю, чтобы он
Ему было жрать нехуй, чтобы он свои доллары жрал, сука. Чтобы они в очко ему влезли, блядь, сука, блядь. И на катушной шизофреничке, сука. Чтобы бриллианты жрала. Чтобы она бриллиантами питалась, блядь. Этими бентлями и самолетами, блядь. И братья Сиблан два состава, чтобы сторожил всю жизнь стадионы. Вот как-то так, дорогие друзья. Ну, как говорится, выговорил, чуть легче стало. Ну, в принципе, все так оно, как говорится, и должно было быть. Красивая игра, повторяю еще раз, там, реализация, лучше играли, имели моменты. Все это можно затусовать в очковое. Счет на табло. Вот так вот, как-то так. Ну, спасибо, что дослушали. Еще будут выпуски, стрим в четверг. Ну, до новых встреч в эфире.